Всем привет! Сегодня еще в обзоре такой вот Меган 2015 год, комплектация Limited, вот. Цвет серебро, красивый цвет, идет тонировка даже родная заводская с Германии, вот. Есть фаркоп, парктроники, резина Goodyear. Так, что у нас тут? Сейчас посмотрим, заведем. Только приехал автомобиль. Вчера поставили на учет. Вот комплектации Limited. Как отзывается, приятно, что открыта дверь. Так, что у нас тут есть? Регулировки. Сейчас. Вот полики такие. Автомобиль чистенький, но с Германии все автомобили немцы аккуратно ездят. Вот. Так будет выглядеть ваш автомобиль. Красиво в хроме. Руль возле коробки. Также хром. Сейчас не освещается немножко. Так. Комбинированная ткань. Тут вот такой вот салончик. Компрессор. Limited. Так, сейчас заведем, послушаем. Запас хода. Старт-стоп. Вот как часики запустился. Есть кондиционер. Подогрев. Круиз. Вот есть навигация активно. Телефон. Телефон. Навигация. Что у нас тут? Свежепригнан, пробег 117, 1,5, 110 лошадиных сил. Сейчас откроем капот. Вот это хром, но телефон не передает что-то его. Где-то лапка. Так, вот работает ВИН-код.
Такой вот автомобиль. Если есть желание, можем пригнать под заказ легковой. Всем пока, ребята. Пишите комментарии. Лайк. Подписывайтесь. Всем приятных покупок.